Этнофольклорный ансамбль «Туран» организовался в 2008 году. Главной целью нашего ансамбля это была популяризация, сохранение и возрождение древних казахских фольклорных музыкальных инструментов, традиций и обычаи казахского народа. На сегодняшний день мы восстановили, возродили несколько фольклорных музыкальных инструментов, в том числе это камыс сырнай, это мес сырнай, это ряд ударных инструментов, таких как даулпас и дангра, это язычковый музыкальный инструмент, как шанхобас, и одно из древнейших пений, традиционных пений, как горловое пение. Вообще каждый из нас – это выпускник Казахской национальной консерватории, и были такие предметы, как традиционная казахская музыка, где мы узнавали о подобных дополнительных фольклорных музыкальных инструментах. Также на наше развитие именно в плане науки повлияла работа в Музее национальных музыкальных инструментов имени Акласа, где мы непосредственно занимались именно изучением и восстановлением, возрождением казахских инструментов. Мы являемся не просто коллективом, не просто друзьями, мы уже собратья, можно сказать. Театр «Джаз Квадрат» является новым театром, и, конечно же, оно подходит как раз-таки под концепцию нашего концерта. То есть изюминкой на сегодняшний день наших концертов является, конечно, лекция, то есть общение со зрителем. Напрямую задаются вопросы. Мы можем общаться со зрителем, рассказывать о традициях, о фольклорных музыкальных инструментах. И данный театр как раз-таки позволяет своей, можно сказать, компактностью как раз-таки общаться со зрителем напрямую. Каждый персонаж вырезается определенная кукла. Это может быть заяц, это может быть волк. Да, это может быть верблюд и другие тотемные животные. Что вызывает вас внести какую-то песню, какую-то композицию именно вам, ваш ансамбль, нести его дальше, нести его и популяризировать, прививать эту любовь? Когда-то в древности были старцы, которые рассказывали легенды, сказки, небылицы, все это они сопровождали не просто игрой на музыкальных инструментах, а воочию показывали, как тот или иной персонаж двигается. Каждая композиция, она является неким небольшим рассказом, который мы доносим для зрителя. Это может быть какой-то исторический факт, это может быть какое-то географическое расположение, это может быть какая-то традиция либо легенда. Через музыку мы пытаемся донести до зрителя философию, историю и культуру казахского народа.